Напоминаю, интернет-словари и справочники, которыми вы можете пользоваться при подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка. Проверить написание и произношение слова вы можете на сайте грамота.ру. Проверить значение, происхождение, употребление слова и фразеологизма вы можете на сайте академик.ру. Проверить образование форм слова и его состав вы можете на Вики-словаре. Первая наша тема – это антонимы. Антонимы – это слова одной и той же части речи, противоположные по лексическому значению. Например, у зайца уши длинные, у кота – короткие. Длинные и короткие – это слова-антонимы. Это прилагательные с противоположным смыслом. Следующая наша тема – особенности фонетического разбора слова. Вспоминаем, что у нас есть ютированные гласные «е», «ё», «ю», «я», которые могут обозначать два звука. Первый из них – это «й», согласный, звонкий, мягкий. Два звука эти гласные обозначают в следующих позициях. В начале слова, например, в слове «яма» буква «я» обозначает два звука. После гласного звука в слове «поем» буква «ё» обозначает два звука, потому что стоит после гласного «о». После мягкого или твердого знаков йотированные гласные также обозначают два звука. Например, в слове «подъезд» буква «е» обозначает два звука, так как стоит после разделительного твердого знака. Или в слове «вьюга» буква «ю» обозначает два звука, так как стоит после разделительного мягкого знака. В связи с этим помним, что в слове может различаться количество букв и количество звуков. Например, в слове «пение» 5 букв, но 6 звуков, потому что буква «е» обозначает 2 звука, так как стоит после гласного. В слове «камень» 6 букв, но 5 звуков, так как буква «мягкий знак» звука не обозначает, а обозначает мягкость согласного «ни». В слове «вьюга» количество букв и звуков совпадает, так как буква «мягкий знак» звука не обозначает, а буква «ю» обозначает два звука, потому что стоит после разделительного мягкого знака. Следующая наша тема – это сказуемое. Сказуемое – главный член предложения, который обозначает, что говорится о подлежащем. Сказуемое отвечает на вопросы, что делает предмет, каков он, кто он такой, что такое предмет. Поэтому сказуемое может быть выражено глаголом, если отвечает на вопрос, что делает предмет, прилагательным, если отвечает на вопрос, каков предмет, какой предмет, или существительным, если отвечает на вопрос, что это за предмет или кто это предмет. Проверим. Яблоко наливается соком. Яблоко – это подлежащее. Что делает яблоко? Наливается соком. В этом предложении сказуемое выражено глаголом. Яблоко румяно, сочно. Подлежащее яблоко. Яблоко каково? Румяно, сочно. В этом предложении сказуемое выражено прилагательными. Яблоко – это мой любимый фрукт. Яблоко – что это? Это фрукт. В этом предложении сказуемое выражено существительным.